Подсудимый ненадлежащим образом исполнял обязанность по уходу за своим парализованным отцом. Он оставлял инвалида на длительный период времени одного в доме, без присмотра посторонних лиц. С учетом состояния здоровья потерпевший не имеет возможности самостоятельно заботиться о себе, принимать меры к самосохранению. Все это указывало на наличие угрозы жизни и здоровью потерпевшего.